Всем здравствуйте! Сегодня я хотела показать вам свою коллекцию кактусов. Коллекция у меня малюсенькая. Раньше было много, потом что-то они мне поднадоели, я их раздала. А теперь опять потихоньку и насобирались, так скажем. Ну вот, вот давайте. Вот этот я купила кактус. Вот эти вот колючки, у него здесь вот даже вот видно, вот, и, вот нижние, были оранжевые-оранжевые. Все колючечки у него были оранжевые. И он меня чем-то зацепил, и я его, ну, купила. Такие красивые оранжевые колючки необычные. Ну, а сейчас у него самые обычные желтые, вот белые колючки здоровенные. Название я не знаю, вы меня не спрашиваете, я не знаю. Так мне понравился, я и купила там, или у кого-нибудь отщипнула. Вот, так что вот такой вот, очень большие колючки, вот такой кактусик сидит у меня. Так, такой, вот такой вот тоже. У этого пушишки. Летом я их выношу на улицу. У меня в ограде бассейн, и они стоят у меня возле бассейна все лето. Здесь у них дырочки, если вода лишняя, уходит. Вот. И вот видите, вот это вот за лето, вот за лето, вот этот вот пушок, вот этот за лето вырос. Вот он. Не знаю, зацветет или не зацветет, но так тоже мне что-то он такую пикулечку маленького-маленького купила. Ну, эти, смотрите, пушки какие уже стали большие. Здесь-то не очень видно, а здесь пушок прям симпатичный. Так, вот этот вообще пушистый-припушистый. Вот такой вот мне обрезали его. Отрезали, я его посадила, но вот еще не знаю, как он тут будет расти, пока еще сидит, не пропадает и не видно, что он в рост пошел, потому что еще рано. Они же растут не так быстро, очень медленно, главное, что он не гниет. Вот, вот такой пушистый припушистик вот. Кактусеночек. Так, ну и последний вот хочу вам показать. Вот такая вот плошечка у меня. Посмотрите, какой у меня тут садик. Вот такой вот смешной. Ой, сейчас как бы его похорошо показать вам. Вот такой смешной кактусик. Я вот такую вот малюсенькую, мне вот дали. Я его посадила, он долго-долго сидел, пупырышка вот такая вот. И смотрю, за лето вот он мне выдал вот, вот такую вот целую-целую кучу семейка. Целая семейка у них. И рядышком то же самое сидел вот такой вот кнопик. Вот. Вот такой вот. И за лето вот так вот он, видите, вот что-то вот такие вот пошли у него расти. Ну и этот вообще такая была крошка-прикрошка. Ну вот, им видно хорошо. Я их поставила в теплицу. Они стояли у меня в теплице. Там тепло, солнце. Ну и они вот, вот так вот за лето у меня это тоже вот столько, да, вот малышей тут. И вот такая вот семейка у меня смешная растет. Вот такое семейство кактусовых у меня опять появилось, которых я не собиралась заводить,
Но вот завела опять кактусят себе. Ну, мне нравятся они, кактусики. Цветут очень-очень красиво они цветут. Поэтому, когда цветут, душа радуется. Ну вот, маленькая коллекция кактусов у меня набралась опять. На сегодня все. Всем пока-пока.